друзья, всем еще раз доброе время суток. Вот я приехал в храм Нерли, пришел пешком. Неописуемо красиво, первый раз здесь. Кревет мне рассказывает, что лепнина на нем сохранена с 12 века. И построена в 12 веке. Вот представляете, раньше строили все это. И сделали. Были ремесленники, чудесники. Вот он, наверное, Нерли это. Вокруг него. Сейчас еще не погода для путешествия, но я решил вам заранее показать, чтобы были готовы приехать и смотреть на это чудо. Господи, прости нас грешных. Смотрите, какая лепнина. Четыре входа здесь. Все превосходно. Вот тоже лепнина. Лев это герб Владимира, я так понимаю, если я не ошибаюсь. Это, наверное, здесь монахи живут. Я так понимаю, он подсвечивается ночью, красота будет неописуемая. Все, я возвращаюсь.